Здравия желаю. Значит, сегодня какая ситуация? Одну минуту залезаем. Вот 10 ионисторов. Вот этих. Вот они. 10 ионисторов. Давай. Залезаем вот здесь. Через это счетчик у нас, как говорится, энергия идет и возвращается назад в счетчик. Вот счетчик, вот видите, риска. Итак, а потом, когда зарядим одну минуту, 3 минуты колесо будет вращаться. Итак, включаем. Включили. Стоп. Секундомер. Секундомер. Включаем секундомер. Вот. Минут секунд 5 сбрасываем. Вот он идет. Секунд 5 сбросим, так. Копошился. Секунд 5. То есть идет зарядка. 1 минута. Ровно 1 минута идет зарядка. Счетчик стоит. А вот он. То есть идет вперед чуть-чуть и назад. Вперед. Вот так вот. Не знаю, видно вам или нет, но тут видно. Чуть вперед, чуть назад. То есть вперед отдает сразу назад. Импульсами заряжает. Все, стоп. Значит, у нас получилось 1 минута 10-15 секунд. Заряжал. Счетчик у нас вот стоит. Как видите. А теперь сбрасываем и стартуем колесо, включаем. Вот это колесо. Стоп. И включаем часы. Включаем часы. Делаем часы. То есть вращение нормальное, вполне допустимое. Оборотов 300-400, примерно так. Вот, значит, смотрим, сколько будет вращаться. Сейчас вот 1 минуту уже вращается. То есть мы минуту 15 дорезали. Уже минуту вращается. Вот он. То есть энергия идет вперед и назад. Ионисторы компенсируют нехватку. То есть минуту заряжаем. 3 минуты идет. Это значит, можно уже ставить вторые вот такие ионисторы. Вторые. Вот. Вторые ионисторы. 10 штук. На 500 фарад каждая. И переключает реле
Одно заряжает, второе крутит. А так пока остановка на одну минуту. Вот 2 минуты 10 секунд. Вращение колеса продолжается. Верхние точки, чтобы видно было. То есть вращение колеса продолжается. Так, 3 минуты, видите, прошло уже. 3 минуты прошло. Вращение продолжается. Видите, как видите, то есть энергия не разбирается со счетчика вообще. Понятно, включено все. Идет компенсация за счет ионисторов, компенсация. То есть ток уравнивается, берется немного туда на вращение и обратно возвращается в сеть. Берется и обратно, туда и обратно. Так как ток уравнивается. Потому что ионисторы компенсируют это все. И тут магнитный мотор еще. Он тоже возвращает назад. Так как при включении он вырабатывает ток. То есть мотор с магнитами. Уже 4 даже минуты, видите. 1 минуту, значит, заряжал. 4 минуты крутится. Продолжает кручение. То есть даже не 3, а 4. Даже больше 4. Посмотрим, что дальше будет. Ну, чтобы вечно крутиться, пока не хватает у него. То есть надо подбирать еще ионисторов побольше. То есть еще может пару штук как раз, может быть, он крутился бы, даже не надо было останавливать. То есть продолжает кручение. Уже замедленно, но продолжает. 5 минут уже. Вот. 5 минут. Счетчик у нас, видите, стоит, как стоял. То есть они. Разбора нет. Энергия берется и отдается назад в сети. Вот тут-то. Берется из сети и отдается сразу назад. Вот сейчас остановится. Замедляется. До конца протянем как. Все. Последние всплески. Все, встал. Итого ставим стоп. 5:40, ну где-то 5,5 минут. 5,5 минут, а заряжали 1 минуту 15 секунд. То есть 5 раз. То есть что надо? Вот еще таких ионисторов. Пока эти работают, другие заряжаются, потом переключаешь через реле, и тогда он не будет останавливаться. То есть надо побольше запчастей, чтобы я быстрее уже бы сделал, если побольше запчастей было. Средств особых нет. Медленно. Сейчас вставил, я убираю вот это вот питание. И он опять заряжает, и счетчик так, как стоял, так и стоит. По риске. Такая вот. То есть, видно, что дело, как говорится, продвигается. Если побольше мне запчастей, то уже, как говорится,
можно применять в домашнем хозяйстве. Ну, сейчас я уже говорил, можно применять для освещения, пока лампочек нет, вот на 12. Вот лампочки на освещение можно применять. Ну, а дальше больше. Мотор такой можно помощнее сделать. Вот. Поставить на велосипед. Побольше этих ионисторов взять. Так что перспектива есть в этом.